Друзья, всем привет! Это канал «По дороге к трезвости». И сегодня хочу поговорить о пьющих девушках. Сразу хочу сказать, что не ко всем, естественно, это относится. Это относится к тем, у кого с этим есть проблемы, кто не замечает этого при этих проблемах. И, естественно, о тех, по ком это видно. Погнали! Ну, по девушке, естественно, все это видно гораздо заметнее, естественно, все это ярко выражено, в отличие от мужчины. Алкоголь съедает девушек гораздо быстрее, и привыкают они к нему гораздо быстрее, чем мужчины. Причем 100 раз видел такие картины, когда девушки пьют пиво, общаясь между собой, и обсуждают подругу, которой нет рядом, которая иногда пьет водку. И то есть вот на моем примере были такие, кто пьет пиво, и они не считают, что они как бы бухают, что это вот они прям пьют. Но если кто-то из их знакомых девушек пьет водку, то это прям все, вот она синячка. То есть вот пить пиво нормально, пить водку, все, это значит она бухает. Особенно если пьют вино, либо шампанское, либо какое-то красивое там название, я не знаю, там Мандора, то это вообще считается, что ничего такого. Бокал вина, бокал шампанского, 2-3 бокала вина, бутылочку на двоих с подругой, посидеть, пообщаться, это абсолютно нормально. Но привыкают так гораздо быстрее они. И все посиделки, они, естественно, увеличиваются в своем числе и со своей периодичностью. Вообще, пьющая девушка – это такое отдельное кино, абсолютно отличающееся вот, ну, всем в принципе, потому что, естественно, образ девушки – это другой образ, не образ мужчины, отличающийся во всех своих проявлениях. Сколько раз я видел, как вот идут под градусом, это придает некоторым определенную прям такую вот прям мощную уверенность. То есть они идут хихи-ха-ха, что-то обсуждают с полной уверенностью, что все обращают на них внимание и все прям восхищаются ими. Хотя сами могут идти там с размазанной немного косметикой, курят, прожигают колготки себе, язык этот волоком. Ну, короче, вообще такая картина маслом. Сколько измен парням, мужьям своим происходило. Причем там, ну, такие ситуации были со знакомыми даже. Сколько девушек вот именно вот по синей вот этой вот волне, сколько девушек шло по рукам. Сколько таких примеров было и получали соответствующую репутацию. Вообще то, что делает алкоголь с женщиной, с девушкой, это отдельный том всей вот этой вот алкогольной истории. Представьте, каково детям видеть своих матерей вот в таком вот виде. Многие же молодые мамы, которым по 25, по 26 лет, по 27, постоянные посиделки, они таскают с собой ребенка, который все это видит с малых лет. Естественно, всю свою красоту, естественную всю свою свежесть, весь свой румянец алкоголь у них забирает. И со временем, с каждым месяцем, с каждым годом приходится пользоваться все больше и больше косметикой. А некоторые, наоборот, просто перестают пользоваться косметикой. Зачем краситься? Настроение это нормальное. Немного приняли, настроение сменилось. Появилось желание там пойти там погулять, с кем-то встретиться. Ну, в общем, все как обычно. Сменилось настроение, и на многие вещи тоже они начинают, девушки, как мужчины, постепенно забывать. Это я сейчас говорю про внешний свой вид. Многие начинают переставать за собой следить так, как следили раньше, именно из-за алкоголя, потому что, ну, постепенно это отходит на второй план. И ужасные такие картины были, но это совсем прям жесткие такие примеры, когда девушки пьют со своими парнями. И причем пьют не то, что меньше, не то, что наравне, а иногда и переплевывают их в этом. Был случай такой. Девушка умерла, не дожив даже до 25, наверное, лет. То есть вот они пили, и последние 2 месяца она вообще не выходила на улицу из квартиры, где они жили.
То есть она просыпалась, бухала, что-то там делала, ложилась спать. Просыпалась, бухала, что-то делала, там и ложилась спать. И вот так вот последние, наверное, ну, месяца два. То есть кто-то приходил, приносил что-то выпить. То есть это была такая квартира, где люди появлялись и уходили постоянно. Ну и под конец она просто вообще перестала вставать, как мне рассказывали. Ей просто приносили бухло уже в кровать. Она проснулась, полежала, покурила, выпила. Ну и в один день не проснулась, представьте. Хотя человек не кололся, ничего не употреблял, никакие наркотики. Только бухала. Ну это такой пример очень жесткий, но тем не менее есть такой пример. А сколько девушек, которые пьют, постоянно гуляют, тусуются где-то, но при всем при этом мечтают о серьезных отношениях. Вот я сколько раз слышал. Я там вот-вот скоро замуж выхожу, там говорят они. И это вот-вот происходит до сих пор. Ну, понимаете, да? Напьются и размышляют о серьезных отношениях, о том, как встретить мужчину, который оценит все в ней. И при всем при этом вот эти разговоры, они дальше кухни никуда не уходят. Или дальше того места, где они и происходят, эти разговоры. А вообще, конечно, самое ужасное, когда девушка пьет вместе с парнем. И тут некому друг друга надоумить. И она его не может за собой потянуть, потому что пьет сама. И он не может ей подать никакой пример того, что нужно тянуться, ну, к здоровью, к нормальной жизни, к красоте, к семейной жизни, ко всему вот этому, если они уже вместе, да, там какое-то время. А он не показывает того, что нужно развиваться. Они посиделки, гулянки. И так вот постоянно. Вместо того, чтобы себя показать как пример человека, который готов стать отцом, готов стать мужем, готов стать добытчиком для семьи, он показывает себя, как он бухает, получил зарплату, сразу предложил там посидеть, пригласить гостя. Ну, то есть, и все вот так, вот так, вот так вот. А как он может быть каким-то примером, если он сам не тянется к здравомыслию, к этому? Если у него тоже все его движения, они дальше посиделок никуда не уходят. Ну и все это сводится к тупику. Люди топчутся на месте, бухают, расстаются, изменяют друг друга. Ну, в общем, семьи там не получается в большинстве случаев. Конечно, есть случаи, когда все меняется, налаживается. Есть такие случаи, но их, естественно, меньше, чем других случаев. Девушки, не меняйте свою красоту на алкоголь. Оставайтесь красивыми, стройными. Оставайтесь молодыми как можно дольше. Мотивируйте своих парней на трезвость. Парни, мотивируйте своих девчонок, мотивируйте друг друга на здоровую, ясную, светлую жизнь и будьте примером для других. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем мира!